Рассмотрим технику выполнения броска через спину с захватом руки на плечо. Ключевыми элементами при проведении любого броска является взятие правильного захвата, постановка ног, направление усилий рук и туловища и поворот головы. При проведении броска через спину с захватом разноименного отворота необходимо плотно захватить разноименный отворот кимоно противника. Сбрасывание происходит за счет резкого наклона туловища.